Здравствуйте, с вами Елена. Сегодня я буду мариновать помидоры черри со сладким перцем. Нарезаем 4 перчика. Укладываем по банкам веточки укропа, помидоры и дольки перца. Заливаем кипятком помидоры, накрываем крышками и оставляем на 20 минут. Вливаем воду в кастрюльку, добавляем немного воды, 1 столовую ложку соли, 2 столовые ложки сахара и 50 мл 9% уксуса. Доводим маринад до кипения, заливаем помидоры. Закатываем банки и ставим под теплое одеяло до полного остывания. Помидорчики со сладким перцем готовы. В моей семье они пользуются огромным спросом, поэтому мне приходится припрятать несколько баночек к новогодним праздникам. Уверена, и ваши близкие их оценят. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. И с вами была Елена. Пока!